Hərbi informasiya kanalı Dado79 təqdim edir. Военно-информационный канал Dado79 представляет. Опа! Опа, не страшно? Сразу... Да, вижу, вижу. Не страшно? Не, я офицер, я работаю в армии. Работаешь? Офицер, старший лейтенант. Сколько лет здесь? 25. 25. РБСН. Это у нас, да, Искандер. Вообще шикарно. Не знаю, можно это говорить или нет, блядь. Вы не записываете. Мы ездили в Карабах, получается, 3 офицера, я еще двое. И 20 контрактников. Не знаю, мы цель поражали. У них Искандеров нет. Ну понятно, зачем Искандеры, когда у них оружие есть. Высокопущие. С вами Кастусь. Дякую за увагу. Живе Беларусь. Слава Украине. Опа! Опа, не страшно? Сразу... Да, вижу, вижу. Не страшно? А что именно? Ну, с белорусом общаться. А почему? Я так смотрю, вырядился ты, да? Это что ты? А когда уже задемельнулся? Не, я офицер, я работаю в армии. Работаешь? Такие обои. Это у вас казарма так выглядит, да? Так с обоями, нет, я дома, я только что с работы пришел. Только что с работы? Так точно. То есть контрабас, да? Офицер, старший лейтенант. Старли, ничего себе, вообще дослужился, смотрю. Нормально так. То есть сколько лет, если не секрет? 25. 25 лет. То есть прошел уже, там, смог пройти и выжить, да, тут на России, это заслуга. А вы откуда? Беларусь, город Минск. А если не секрет, что за род войск? Вот интересно. РВСН. РВСН. Ух ты, ничего себе. Вот это, короче, вы накрутили там, раз так навелись прицелом, как на Вашингтон. Раз так, трубка 15, прицел 120, а бах-бах и мимо. Ну почему мимо? Почему? Кстати, я слышал, у вас там проблемы, ну у вас же, как бы, я не знаю, Искандеры, это тоже РВСН? Это у нас, да, Искандеры. Вообще шикарно. Недавно слышал, начались проблемы у вашей системы ГЛОНАСС. То есть ваши Искандеры снова переводятся на инерционную систему, да? Как так получилось, в Карабахе, например, да? Ой, на Карабахе. Что ваши Искандеры ни одну цель не поразили. Ну, по крайней мере, не было ни одного подтвержденного факта поражения Искандерами целей. В Карабахе? Да. Не знаю, мы... Не знаю, можно это говорить или нет, блядь. Вы не записываете? Так и нет, вы что? Мы ездили в Карабах, получается, 3 офицера, я еще двое. И 20 контрактников. Не знаю, мы цель поражали. Поражали. По крайней мере, показывали только турки и азербайджанцы, как поражаются цели. А что-то от вас? У них нет Искандеров. У них Искандеров нет. Ну понятно, зачем Искандеры, когда у них оружие есть высокоточное. Так у них залетают просто в бункер, залетают ракеты, залетают снаряды управляемые, накрывают там ваши эти крутые системы всякие. А Искандер, то есть это херовая ракета? Вы знаете, сколько это радиус поражения? Искандер может быть летает далеко и взрывается громко, да, но смысл того, что он улетел куда-то там за 300 метров упал, например, от бункера. Ну, не знаю. А радиус поражения Искандера 40 гектаров. Ну, это если тактическая какая-то ядерная боеголовка там стоит, правильно? Нет, это именно Искандер, ракета Искандера. Ну, она не ядерная. На Искандер можно же поставить и тактические заряды ядерные. Да. Ну, то есть, обычное конвенционное там, взрывчатое вещество, которое там стоит, да? 40 гектаров, да? Да. То есть, в принципе, вот так вот навел, там, трубка 15, прицел Су-20, да, подкрутил вот это вот, рычаг дернул, и она пошла, да. Ну, просто они были когда-то создавались для работы, или в том числе работы через ГЛОНАСС-систему, но ваша система ГЛОНАСС в Карабахе не работает, там серая зона, потому что у вас поотключали спутники, у вас проблемы, вот. Ну, это ладно, это же, в принципе, не важно, потому что вы же понимаете, что танки грязи не боятся. Пока есть старая добрая русская авось, то все равно долетит куда надо. А не долетит, тут тоже не проблема. Что стреляли в военную часть, накрыли гражданский объект, погибли мирные люди. Да? Главное, что хоть куда-то попали. Правильно? В смысле? Ну, были в Азербайджане случаи, когда вы накрывали обстрелами именно гражданские объекты. Хотя целились куда-то в военных. Это не мы. А, это не мы. Не вы, в смысле? Это не мы.
А вообще не страшно было в Карабахе, там, что прилетит что-нибудь турецкое, там, беспилотник какой-нибудь или ракета? Почему не страшно? Страшно? Не страшно. Не страшно? В смысле? Ну они же там очень точно... А? Почему? Она же очень точно работает просто. Мне как-то не страшно смерти? Потому что с нами... Вы знаете, что такое ПВО? Да, тут, кстати, азербайджанцы показывали, как они ваши системы, типа, что там были у вас, стояли. Эти... Панцири хорошо взрывали ракетами. Байрактары, беспилотники. Mm-hmm. Ваши панцири неплохо так. Панцирь С1, например. Это вы видели где-то? Это они прямо ракетами с беспилотника снимали, как в панцирь попадает ракета. А вы слышали, когда наш самолет сбили Российской Федерации с офицерами? Сирии? Азербайджанцы. Азербайджанцы? Это был вертолет, по-моему. Вертолет, так точно. Слышали? Да, вертолет, который летел на территории Армении, они сбили с ПЗРК ваш вертолет красиво. Было дело. Почему красиво? А вы знаете, что с ними сейчас стало? Ну, я, если честно, ожидал международной реакции, там, санкции, объявления войны, введения военного положения. Потому что официально убили ваших соотечественников на чужой территории. В этом признались, еще сказали, да, это мы, ну, простите, там, ошиблись. И все, где реакция? А вы знаете, как они наказали, как сказал президент Азеров, якобы мы их всех посадим. На самом деле, знаете, какой приказ нам пришел? Вы не догадываетесь? Наградить их, естественно. Расп***ть всех. В смысле, россиян? Азербайджанцев. Часть, я вам его сейчас назвал, но не могу сказать. Потом по новостям говорили, якобы Армения ударила своими зенитками по этой ебучей... Зенитки не... Зенитками ударили. Ага, вот тут он заподгорал. Зенитками ударили. Покуль... российские сбройные силы вось такие, то, в принципе, нам бояться нема чего. Такие вось яны, наши суседи. С вами был Кастусь, дякую за увагу. Живе Беларусь, слава Украине!